Дорогие зрители, здравствуйте! Только что я совершил покупки в Варусе и хочу поделиться очень приятной новостью. Варус практически возвратил летние цены. Ценники, которые я увидел сегодня, меня прямо-таки потрясли, потому что я, как всегда, покупал в основном овощи, и цены меня более чем порадовали. Причем большинство таких овощей, которые склонны вянуть, портятся, они такие холодненькие, явно из холодильника, но не влажные. Одинаковые, достаточно крупные, красивые. Вот, например, помидоры яблочной крупности, которые можно брать, не выбирая, а просто брать все подряд. Сегодня в Варусе по 5,79 за килограмм. Где вы видели еще такую цену в конце сентября в Киеве? Ну, сейчас. Вот я купил, конечно, больше килограмма. Огурцы, причем такие огурцы с пупырышками, такой летний сорт, который мы обычно летом покупаем для засолки. Одинаковенькие, сухенькие, красивые, по цене 11,99. Ну где еще есть огурцы суперкачественные, с пупырышками, грунтовые, по 11,99 сейчас? Да нигде нет, я знаю, я хожу по всем магазинам. Дальше. Есть картошка по 3,99, есть картошка по 5 с небольшим. Но я взял такую, хотя в сущности я не очень выбирал, но есть такое дело. По 4 с небольшим морковка. Тоже хорошая. Затем чеснок стоит 52 гривны, но есть головки с крупными зубками. Я исключительно такие предпочитаю. Хотя вообще чеснок в последнее время я покупал чаще в Эко. Там по 48 гривен, и там крупные головки, в том числе фиолетового сорта, с очень крупными зубками. У меня еще и сейчас есть. Но кому нужен чеснок, тем не менее. Еще я купил лук по обычной цене, 5 с небольшим. Значит, перцы такие по 24,99, можно даже выбрать красные. Это очень низкая цена, ведь красные перцы по такой цене вообще в этом сезоне не были нигде. Вот, вы можете, да, я правильно назвал цену, вот здесь у меня получилось, там 140 грамм, но их никому много не нужно, но зато, особенно, может быть, кто-то хочет и законсервировать, закрыть, это тоже годится. Кроме того, там есть перец белозирка сладкий по 9,99, нигде в Киеве такой цены больше нет. Есть слива, мелкая, но очень вкусная, сладкая, по 9,99 опять же. Также есть по 17 с чем-то цветная капуста, очень высокого качества, правда, такие эти вилочки крупные достаточно, но очень высокого качества. Есть красный болгарский перец, не такой дорогой, как в других местах, тут он по 24, по-моему, тоже, как обычно, сейчас есть очень, или даже немножечко дешевле. Вот, ну, ассортимент полный, есть все, а то, что я назвал, отличается просто еще и более низкой ценой. О сливах сказал, вот о фруктах не скажу больше, потому что обзора не делал, но там тоже есть какие-то хорошие. Кроме того, в Варусе самый дешевый рассыпной рис-сечка, потому что, по-моему, 10,70 на основе длинного риса. То есть это самый дешевый рис в городе сейчас. Также я уже когда-то говорил, что Варус всегда привлекателен приправами. Вот стандартные пакетики по 20 граммов, и я купил то, что у меня закончилось. Кориандр, гривна 70, представьте себе. Перец такой молотый, по-моему, 4,50. И перец черный молотый 4,49 за 20 грамм. Такой дорогой везде. Замечательные приправы. Ну, есть еще другие рассыпные крупы, недорого. Короче говоря, я уже хочу заканчивать, потому что показал. Рассказал, вот все это нес, еле донес, а стоит это евро 20 всего лишь. То есть 38 гривен с копейками. Покупка очень удачная, думаю, что это вкусные, очень такие, действительно, как яблочные помидоры, и все будет в порядке. И огурцы не с крупными семечками, не такие вот этого другого сорта, который, знаете, есть там турнир и так далее. В общем, очень хорошие овощи, качественные, свежие, крупные, одинаковые, сочные. Поэтому не пренебрегайте магазином «Варус», может быть, их не так уж много в Киеве есть, я не знаю. Я покупал возле метро «Минска», сходил, купил, но у меня и карточка лояльности есть, конечно. Я специально хожу туда иногда за овощами, я знаю, что он меня не разочарует никогда. Поэтому постарайтесь принять во внимание, что есть такой магазин, попробуйте, может быть, его отыскать, какой к вам ближайший, посмотрите в интернете, потому что вы же хотите делать своим детям хорошие салаты из сочных мясистых помидоров и таких огурчиков аккуратненьких и так далее, и не переплачивать за них вдвое, в другом месте это будет стоить совсем другие деньги. Понимаете, ведь это все равно будет продолжаться недолго. Сейчас еще, слава богу, сезон, слава богу, был сентябрь достаточно теплым, как нам это и обещали, за исключением уже сегодняшнего дня, к сожалению. Ну, посмотрим, как там будет дальше. Но вы понимаете, что осень стремительно бежит вперед, и сезон заканчивается. Недели через две
уже совсем не будет ничего такого по таким ценам, поймите. Поэтому поспешите, и даже если вы выиграете 2-3-4 дня, но воспользуйтесь магазином Барус, это будет выгодно, это будет приятно и полезно, поскольку я всегда, говоря об обзоре покупок, говорю только о пище супер-супер полезной, диетической, растительной и так далее. И, конечно, очень необходимой, повторюсь, в течение сезона. Вот какую небольшую наводку хозяйкам, хозяевам я хотел сегодня дать, так по-быстрому, вкратце. Я не знаю, где еще есть этот магазин в Украине, кроме Киева, наверное, есть. В общем, надо посмотреть в интернете и поинтересуйтесь, может быть, вам это пригодится. Большое спасибо за просмотр, питайтесь здорово, всего вам доброго.